сейчас преклоненное мужское колено от выкидывания всяких веселых коленец. Нет? Мы вас научим. На телеканале «Россия» конкурсная программа «Танцы со звездами». И сейчас выступление еще одной пары. Но какой? Первые две программы пара Антона Макарского и Анастасии Сидоран показывала стабильно хороший результат. Но, к сожалению, ребятам так и не удалось подняться на высшую ступень турнирной таблицы. Посмотрим, что будет сегодня. Все хотят победить, все хотят быть первыми, да? Но есть еще другое какое-то чувство, просто сделать это вау. Каблуком в ногу. Первая травма. Нам действительно приятно там дотронуться друг до друга. Нам приятно двигаться вместе. Нам приятно смотреть друг другу в глаза. Тихо. Все живы? Джайв — это драйв. У нас джайв — это драйв. У нас будет джайв. Пара номер 8. Антон Макарский и Анастасия Сидоран. Джайв. Ну что же ты надел? Ты знаешь, что ты законодатель мод в нашей программе. Если ты сегодня одел парик, то значит на следующей неделе, я так понимаю, что человек 5 у нас выйдет в париках, это точно. Почему парик? Это мой естественный цвет. Ага, тебе идет быть блондинкой. Почему блондинкой? Вы что? Любимый актер у моей жены Брэд Питт. А, вот в чем дело. Что скажет по этому поводу наша жюри? Владимир Андрюкин, вам слово. Как вы отнеслись перемене цвета волос Антона Макарского? Отлично я отнесся, учитывая, что это не очень повлияло на качество танца, может быть, даже услугу улучшило. Можно попробовать еще какие-то цвета в будущем, которые... Учтем, за исключением одного. Но сегодня...
ну, практически с сегодняшнего дня началась действительно реальная конкурсная программа, потому что вот сегодня вы была первая пара, и поэтому все пары сегодня танцевали очень здорово, ну, лучше, чем, на мой взгляд, лучше, чем раньше, это видно даже по нашим оценкам. Джайв был замечательный, и очень хорошая была комбинация именно трюковой и танцевальной части. Это было неплохо. Я ничего не буду говорить, я сделаю поклон. Валентин, что скажете? Слишком в беде не горюй, и не радуйся слишком при счастье, в том и в другом. Я еще раз слышал ваше замечание, Валентин, я не понял ничего. Это неплохо. Ладно, объясните. Переговорю. Танец великолепен. Фантастика. Спасибо. И пис. Танец был великолепен, Настя. Вы знаете, танец был великолепен, но а вот продолжая идею блондинки... Блондина, пожалуйста, прошу вас. Ну, это мое такое личное такое ощущение, которое возникло, может быть, не только у меня. Сегодня нас постигло первое драматическое такое событие. Лариса Голубкина покинула своим партнером нашу программу. Я все время почему-то сегодня вспоминал о кадрах из фильма «Гусарская баллада». Когда, помните, Кутузов одевал так орден и говорил, а девкой был бы краше. Что ж такое-то? Со всех сторон уговаривает. Да нет, вы неправильно. Вы прекрасный парень. Такой, особенно, когда вы пели там в Нотр-Даме, сидели, все плакали, говорили, какой мальчик, какой чудный парень. Вот это бы влюбиться бы в такого. И за время пути такого. Мальчик мой, подрасти. Юрию Николаеву, дорогие мои. Юрию Николаеву. Блестяще! Я думаю, вы согласны со мною. Берите телефон и начинайте набирать 8 809 230 08. Антон, да. Вы это сделали. Да. Антон, да, только не уговаривайте меня. Нет, даже мысли нет. Я не по этому делу. Скажи, пожалуйста. По какому? Насчет рыжика? Насчет джайфа. Я не знаю, о чем ты. Да я насчет джайфа. О чем они? Бог с ним, сейчас узнаем. Сколько потребовалось времени, чтобы сделать этот танец? Сделать? Ну, джайв. Слово педагогу. Вы знаете, мы пришли в зал. Наверное, 4 часа, да? Да, 4 часа мы занимались. 4 часа как раз в этот же мороз. 30 градусов. И мы сделали за один день. За одно занятие сделали, остальные занятия потребовали, чтобы, ну, довести хоть до какого-то... Ну, понятно, что нет предела, да? Совершенство. Нет, не совершенство. Надо просто, чтобы вот это станцевать хорошо, хотя бы месяц. Ну, за 4 тренировки. Говорят вот все участники, что все прогрессируют. С такой силой вообще. Все прогрессируют, и мы прогрессируем вместе с ними. Идея парика в последний момент или просто хранили? Это была заготовка. Сюрприз был. Так, ну смотрим на оценки жюри. Станислав Попов. 8. Ирина Винер. 10. Владимир Андрюхин. 10. Валентин Гневушев. 10. Сумма баллов 38. Такого еще не было еще, да? Ну, три десятки не было, но восьмерка меня смутила. 10.45. Телефон для СМС. Пара номер 8. 5.